И этим он доказывает, что бобры лучшие друзья. Но каким образом можно открыть сейф? Мне кажется, бомба тут самый верный вариант. Дверь даже бомбу не выдержала, лол. Забираем баблишко, потому что бомба проломила вообще, видимо, все стены в этом здании. Но ожидаемо уже подъехала полиция. И чтобы выбраться из банка, нужно всего лишь занавесить шторы. Мне казалось, пока сотрудники полиции не пришли. Но оказалось, что нужно воспользоваться перфоратором, проперфорировать пол и отправиться в канализационное путешествие. И вот незадача, какая тут блювотная атмосфера. И чтобы идти дальше, нужно воспользоваться ведерком воды. Хотя, как оно может повлиять на огромную канализацию? Поэтому мы воспользуемся веревочкой. Откуда она, блин, возникла? Человек-паук тоже в канализации, что ли, живет? Но крысы-мутанты не дремлют. Конечно, можно бы было дать ей сыр, но мне кажется, саксофон поможет эффективней. На нахрен саксофони немножко. Я так и думал, это было эффективно. Если хочешь продолжение, подпишись и поставь лайк.